Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, что такое стартовая программа, чем она может быть вам интересна и выгодна. Что необходимо знать о стартовой программе в первую очередь? Это то, что она доступна только новым покупателям, то есть новичкам, и то, что она очень выгодная. Только от участия в этой стартовой программе по минимуму, да, можно получить выгоду около 13 тысяч рублей. То есть это та сумма подарков, которую вы получите, участвуя в стартовой программе с 1 по 9 шаг. Если мы берем в Лари для Грузии, то тоже очень выгодно получается, потому что подарки там можно забирать от 3,79 лари. В Казахстане общая выгода от программы составит более 62 тысяч тенге. Вы только представьте себе. Сейчас я покажу, в чем заключается выгода и в чем же заключается суть стартовой программы. Итак, где найти о ней подробную информацию на сайте? Это сделать достаточно просто. Вы спускаетесь вниз, и здесь есть раздел «Партнерство». В партнерстве вы находите раздел «Новым покупателям». И новым консультантом называется, проматываете вниз. Это доступно только в мобильной версии и версии сайта на компьютере, поэтому на компьютере даже проще смотреть, поэтому выбирайте для просмотра информации именно компьютерную версию. Здесь внизу есть стартовая программа для новых покупателей, мы нажимаем здесь подробнее и изучаем информацию. Здесь я открыла информацию для Казахстана. Ну, сейчас расскажу и в том числе для России, потому что, в принципе, условия одинаковые. Единственное, тут только, в принципе, валюта отличается, они больше ничем. Итак, первый шаг стартовой программы – это та сумма, которую вы выполнили для получения подарка. Очень часто эта сумма написана именно на обратной стороне каталога, в самой последней странице. Это может быть сумма там 2000 рублей, это может быть сумма 1699, как она применительна, например, к третьему каталогу 2020 года. И эта сумма для участия в стартовой программе обязательно должна быть оплачена до конца действия каталога. Если по разным причинам вы оплачиваете заказ в следующем каталоге, то смотрите, какая сумма для новичка там. И ориентируйтесь по акциям следующего каталога. То есть, если, например, в этом каталоге акция для нового покупателя 1999 рублей, а вы ее оплатили не по этому каталогу, а в следующем, а там акция, например, меньше для нового покупателя 1699 рублей, то вы выполнили условия стартовой программы для следующего каталога, то есть для того каталога, когда вы оплатили непосредственно заказ. То есть, смотрите, участие в стартовой программе полностью ориентируется на дату проплаты вашего заказа. Обратите внимание, здесь есть определенные нюансы, но в целом старайтесь оплачивать заказы до конца действия каталога и обсуждайте некоторые нюансы со своим наставником. В принципе, ничего сложного здесь нет. Кроме того, после оплаты второго шага стартовой программы у вас появится специальная линейка в личном кабинете, которая вам будет подсказывать, на какую сумму необходимо доплатить заказы для того, чтобы сделать очередной шаг стартовый. Итак, вы сделали первый шаг стартовой программы. И, например, стоит вопрос, что дальше? Дальше обязательно без пропуска в следующем каталоге после оплаты первого заказа вы должны выполнить сумму в рублях 2499 минимум, либо 4999 рублей. Тогда подарок вы получите в следующем каталоге, ну назовем его подарок, потому что он выходит действительно с очень хорошей скидкой. Это три любых аромата из серии моноароматы за 299 рублей, если вы выполнили сумму на 2499 в ценах каталога, не забывайте о том, что у вас скидка 20%, либо за 99 рублей вы этот набор получите, если выполнили заказ на 4999 рублей в ценах каталога.
В Лари, Грузия. Для второго шага стартовой программы выполняйте 94,99 лари. И получаете подарок за 11,39 лари. Либо выполняйте на 189 лари 99 тетри, если я правильно говорю, да, я надеюсь, все правильно. И получаете подарок за 3,79 лари. Казахстан. Выполняете на 12 499 тенге и получаете подарок за 1500 тенге, либо выполняете 24 999 тенге и получаете подарок за 500 тенге. Подарок вы получаете в следующем каталоге. Там уже не важно, на какую сумму вы делаете заказ, набор по стартовой программе вы сможете получить. Что касается первого шага стартовой программы, то там обязательно выполнить минимальный заказ для того, чтобы получить подарок почти бесплатно, да, он нам приходит. Следующий шаг — это у нас подарок стиральный порошок и пятновыводитель. Порошок идет на выбор, либо цветной, либо универсальный. Мы смотрим здесь, что уже обновили артикулы, и подарки у нас будут именно новые, которые делаются на новой фабрике Роман Вернер в Германии. Здесь точно так же вы выполняете либо тот вариант, либо больше, либо меньший. Сами выбираете какой. И в зависимости от того, какой вы выполнили вариант, в следующем каталоге получаете ваш подарок. Ну, назовем его подарок, потому что суммы действительно небольшие по сравнению со стоимостью товара, за указанную сумму. Обращаю ваше внимание, что стоимость подарка тоже включена вот в эту сумму, которую вам необходимо сделать. То есть в 2499, 12499 или 94,99. Наборы предлагают здесь на выбор. Здесь смотрим, на четвертом шаге идет набор Axiology. То есть 4 набора, вы выбираете из них любой, который подходит для вашего типа кожи, либо вы можете их подарить. Пятый шаг — это набор декоративной косметики из 4 предметов. Тушь, помада, кайл или матирующий или крем тональный. То есть тут 4 вида крема, которые вам предложит компания. Шестой шаг — это просто супер набор хитов Faberlic средств для дома из 5 предметов. Седьмой шаг — это тоже хит продаж. Это пилинг, который вам полностью заменит салонные процедуры пилинга. Вам он достанется за каких-то там 99 или 299 рублей, 500 или 1500 тенге, 3,79 или 11,39 лари. Учитывайте, да, что одна процедура вот подобного пилинга в салонах стоит в рублях от 1200 рублей. А тут вы получаете на весь сезон пилинг, аналогичный на основе молочных и гликолевой кислоты, практически бесплатный. Ну вот где еще можно такое найти? Только у нас. Восьмой шаг — это линейка уже люксовой нашей линейки. Это серия Secret Story. Здесь 4 продукта на выбор. Тоже выбираете оттенок помады, выбираете оттенок лака. Тональный крем идет без выбора. И суперобъемная тушь — это тоже хит продаж наш. Великолепная просто, которая нравится абсолютному большинству. Тоже в подарок. И девятый шаг, он самый выгодный. Здесь 2 парфюмерные воды и 2 любых геля для душа на выбор, которые вы сами решите. То есть итого 4 продукта. Смотрим, как рассчитывать стартовую программу. Первый период — это ваша регистрация, вы делаете заказ. Если по каким-то причинам вы сделали заказ на сумму меньше, чем она указана в каталоге для подарка, этот шаг будет считаться пробным, и компания вам дает возможность вступить в стартовую программу в следующем периоде. Но в этот раз нужно будет выполнить сумму, которая есть для стартовой программы, то есть на обратной страничке каталога указанной. Второй период получается, если вы изначально сделали все необходимые условия, вы получаете подарок за первый шаг стартовой программы, если он предусмотрен, и выполняется второй шаг стартовой программы на сумму 2499, 12499 или 9499 по минимуму.
Если по каким-то причинам вы не выполняете шаг стартовой программы, то просто в следующем периоде вы не сможете забрать свой подарок. Ничего страшного нет, можно прервать участие в стартовой программе на любом шаге. Так, где найти стартовую, вы теперь знаете. Еще раз, это внизу раздел «Партнерство». И слева вы увидите раздел, называется «Новым консультантом». Там в самом низу есть подробные условия стартовой программы для новых консультантов. Что важно, я еще раз подчеркну, не пропускать каталоги, потому что если один каталог у вас без оплаты заказа на сумму, необходимую для стартовой программы, то, к сожалению, стартовой программы вы выбываете, но есть приятное исключение. Обратитесь к своему наставнику, обратитесь в обратную связь, укажите причину, по которой вы не выполнили шаг стартовой программы, и компания имеет право вас восстановить. Но это решает уже сама компания, и тут, конечно, чаще всего восстанавливают, но лучше всего не пропускать и следовать шаг за шагом. И обратите внимание, что проплаты по участию для стартовой программы нужно проводить до конца действия каталога. Если что, консультируйтесь со своим помощником, он вам обязательно поможет. Большинство людей выбирают участие в стартовой программе, потому что ни один магазин вам не предложит чего-то подобного. Ну где, вот скажем, вы пришли в какой-нибудь гипермаркет продукции, и нам, скажем, выбрали на 2500 рублей, и вам сказали, приходите в следующий раз, вам там продукцию на 1000 отдадим за там 299 рублей. Ну, блин, я не знаю такого магазина, покажите мне его. Плюс вам подарят накопительной программе баллы, которую можно почитать тоже в разделе «Фаберлик Клуб». И здесь вы получаете еще подарки за каждый заказ. Но это отдельная тема, это у нас отдельное видео, которое обязательно покажу, расскажу тоже про отдельную про программу «Фаберлик Клуб». Но послушайте только, за период участия в стартовой программе, за 9 каталогов, вы наберете минимум 100-150 баллов, а эта продукция тоже на 600-700 рублей как минимум, и как максимум это будет 200-250 баллов, которые вы просто так можете обменять на подарки в специальном списке Faberlic Club, который доступен при каждом заказе, на каждом минимальном заказе. Все, вот смотрите, вы выбираете обувь, витамины, функциональное питание, да, здесь белковое питание очень классное есть, для мужчин в том числе, парфюмы, подарки родственникам, друзьям, знакомым, колготки, белье, мужское, женское, детское, одежда. У нас сейчас выйдет 3 коллекции, еще через каталог выйдет 3 новые коллекции, одежды будет очень много, и она будет на вискозу, хлопок, и все по таким ценам, по которым, в принципе, в магазине совсем не дешевле, то есть такие же цены. Вы получаете домашний текстиль, полотенца, аксессуары для ванной, для кухни, сумки, галантерея, детская косметика, мужская косметика, декоративка разных направлений, и выбор реально огромный, уход, тело, лицо, волосы, гигиена, бижутерия, для дома все есть, посуда, бытовые средства уникальные, которых в магазине вообще нет, различные гаджеты для кухни, да. Это только я начала перечисление, потому что на самом деле ассортимент намного больше, только в каталоге более 1000 наименований, на сайте более 7000 наименований. Вы это и так, эти деньги оставляете в магазине, но тут вы получаете еще и возможность получить подарки, и возможность получить наборы продукции, спробовать продукцию Faberlic по максимуму, испробовать именно хиты продаж по самым приемлемым и самым низким для вас ценам. Еще раз повторю, почему я так подробно на этом останавливаюсь, потому что, к сожалению, не сразу люди понимают все преимущества стартовой программы, а возможности у нее просто нереальные. Я сама прошлась по стартовой несколько раз, да, зарегистрировала маму, потому что это выгодно,
И многие люди так делают, они регистрируют кого-то из родственников после того, как сами прошли стартовую программу, для того, чтобы пройти по ней еще разок. Еще раз получить эти уникальные товары. Почему уникальные? Потому что только пилинг, да, я вам говорила о том, что он в салоне стоит в разы больше. Только одна процедура равняется стоимости всего комплекса, а здесь вы получаете ее в подарок. Вот. А если у вас есть какие-то вопросы по стартовой программе, обязательно задавайте ее своим помощникам. Обязательно участвуйте в стартовой программе. Она очень классная, и она реально дает возможности вам попробовать по максимуму, за минимум средств потраченных. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.